Здравствуйте, с вами Нурулес, прохождение Сталкер Зоу Припяти. Это шестая часть моего прохождения. Ну что? Так, сейчас спросим, есть ли у него работа. Нет больше никакой. Иди, иди, нечего тебе тут делать. Я иду. Что у нас здесь есть? Давайте сначала посмотрим в нашем ящичке личном. Так, что у нас здесь хорошего? Хорошего, в принципе, ничего. Нет, один оставим, может быть, какой-то. Что там у нас? АК-М74. Вот один оставим. И уберем. Давайте немножечко с нашего рюкзака этого всего дерьма, которое нам вообще не нужно. Только вес мешает. Так, что здесь убрать можно? Вот это уберем, вот это оставим немножко. И аптечек оставим, бинтов оставим, это нафиг. Патроны, патроны, патроны. Ну все. Я готов к очередным миссиям, заданиям и еще чего там. Только не сейчас. Оп, стоп, так, ребят. Вот он бесплатно что ли сделал? Вот, да, ребята, блин, я даже не знал. Да-да, прощай, прощай. Ну все, теперь будем к тебе ходить. Так, погоди, дружок, как тебя зовут? Как тебя зовут? Тремор. Вот. Ну все, будем знать, что теперь Тремор нам поможет в трудной ситуации. Здорово. Здорово, алкаш? Или ты не алкаш? Ой, так, алкаш еще тот. Так, ремонтик. Модификации есть у нас какие-то. Вот есть. Магазин больше. Больше, больше. Сколько ты хочешь? 1200. Ну, как-то. Не знаю, дорого или это. Нет. Ну ладно. Да. Ой, ремонтируй мне. Блять, ремонт дорого стоит. Ну, ладно, пока что. Или отремонтировать все-таки, ребята, как думаете? Давайте, наверное, я отремонтирую. Хотел себе, скажем так, щитерить, кинуть себе немножечко денег, но потом сталкер сам мне говорит, что не нужно этого делать. И я вот не сделал. Приветствую, сталкер. Решил сделать заказ? Да. Да, хотелось бы, что у тебя можно вообще заказать пистолетики, бронежилеты, экзоскелеты. Просто блеск, штурмовые, сколько ты хочешь. Так, социальная обычная цена 20 тысяч задаток. О-хо-хо-хо-хо. Короче, это слишком. Привет, брат! Много для меня. 20 тысяч, это сколько нужно же копить? Сколько нужно продать вещей и. Здравствуй! Попутного ветра! Тебе тоже не хворать. Так, 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 где у нас есть карта? Чтобы мы могли посмотреть. И нам задание в этот раз выполнить. А в этот раз мы выполним, исследуем место падения вертолета скат 2. Вот это пока что единственное задание, которое у нас есть на данном, скажем, участке территории. Извините, не туда я пошел. Блин, смотрите, еще
Еще вот я все выбросил, еще до сих пор все пистолеты, автоматы, дробовики остались. Блин, давайте обойдем, то они, блин, здесь нас жмут, суки эти. Может, пробежу так быстро, они не успеют заметить, блин, псы. И вон вообще нас жмут в полной программе. Уже задумался. Так, перезарядочка. Ой, а где мои все аксессуары? Аксессуары. Как они на... Вот. Заберем нахрен, используем это, когда начнет клинить, потом его нахрен выбросим, продать невозможно, поэтому кровососишка, смотрите на этого кровососишку, дососался уже. Это у нас нет ни противнички, ну давайте подойдем. Узнаем, может, что-то новенькое. Так, а ну я все-таки сохранюсь. А то фиг знает, что здесь может произойти. Так, где главный? Где главная сука? Главная сука наверху, я так понял. Я сюда поднялся или где-то? Король вершины. Все-таки я не туда пошел. Да ладно, блядь, не хочешь идти навстречу, то где-то нахер. Теперь заперто, откройте. Откройте. Ты здесь. Ты волыны не свети, нехрен! Что ты, блядь? Скажи насчет дела, что тебе. Мне нахуй было в дело, они. Пацанчик дёр. Типа зашел он за сталкером. Нету, бля, жизни. Развести того на хабар, а тут оба на стрельба. Он, короче, пригляделся, а там военный с наемниками жару один друг друга дают. Ну, пацанчик залег от греха, а потом переждал разбор, стал дружить. Бабу бы. Ноги сделал. Вот такая-то сосара. Лишь бы все нужное на месте было. У тебя нет ничего интересного? Давайте посмотрим, может, что-то... Короче, у тебя вообще... Как тебя там зовут? Колян, у тебя вообще косой взгляд. Ну, типа, привет. Ну, типа, да, ну, типа, привет. Типа, может, сосешь мой томиган. Ой, тых. Стойка. Я уже готов к сражениям. Насмерть. Без болты насмерть. Мутант! Отвали отсюда, ублюдки! Ты чё, куда палишь? Я тебе сейчас бошечку нахрен прострелю. Мужик, ты оружие-то спрячь! И ты, бля, у меня ж сосать будешь. Вот, сталкеры уже виделись. Что-то не помню, ладно, чего тебе? Вот, сука. Почему ты живешь на этой посудине? Что тебе известно об упавших вертолетах? Об одном вот на плато, вокруг него снорки бегают. Я их там как раз 2 дня отстреливаю. Что ты смотришь? Логово то зараз не перебьешь. Ну да, да. Короче, у тебя нет нихуя толкового. Можно подойти. Что? Или меня, блядь?
кусаешь. Вот что здесь тебя нахуй наверху. Может есть какую-то нычка. Все-таки проверить стоит. Ребята, не упасть. А, это что-то типа обзорной вышки. Типа как в Assassin's Creed. Особенно на этом последнем. Unity. Так, оп, так, давайте я сохранюсь. Потому что, как говорится, сена внизу нет. Что мы можем... слететь и упасть, четко приземлиться. Так, вот затком сдаем и спускаемся. Так, вот тут это как бы как такая дыра, и мы не провалимся. Это большой секрет. Ебал, конечно же, обходить это все. И пойдем на пролом. Так, что-то мы отбились. Нет, чтобы было какое-то радио, было бы, ребята, интересно. Идешь, и как музоночка. Там еще какой-то, или рэпчик, или еще какой-то. Так, а как нам подняться? Вот, давай. Тут чё, сталкер? Блин, ты чё делаешь, сучка? Опять перепрыгнул. Ладно, пробежим немножечко дальше. Задышка у нас немножечко. Там на радаре есть какие-то живые объекты или твари. Есть. Они стоят над аномальной зоной. Здесь можно взять артефактик. Их, кажется, здесь 5 штук. Есть. Я один, кажется, взял в прошлый раз. Где-то там у меня в личном ящичке есть. Главное, ребята, чтобы никто вообще не покрал. Потому что у меня такое было. И не раз, что оставляешь вещи, там и крутые стволы. А потом бац, и еще что, и нет ни хера. Так, здесь быстрое сохранение. Советую. Может, и сами знаете, но советую все-таки делать сохранение почаще. Ну, кто знает, что там дальше будет, какая хер ситуация, может быть. Может быть, все нормально, может быть, полная пизда. Побежимся. Так, они живы. Если бы были бы мертвецами, можно было бы их ограбить. Ну, здесь... соответственно. Я думаю, нам немного осталось. Оп, так. Отбежим немножечко. И сохранение. Так. Помню это местечко. Когда-то здесь бывал. Сейчас попробуем обойти аномалию и добраться к вот тому вертолетику. Здесь какая-то, кажется, хрень есть. Когда она нас будет болеть, нас будет бросать вот, блять, радиация.
будет бросать вещи. Опять радиация, то ты ж... Чё, вообще, офигел. Вот, нас палят. Где-то возле вертолетика. Это сучка. И, блин, у нас будет бросать вещи. Здесь, может, будет ближе. О-о-о! Хули, ты меня бросаешь. Блин, и еще, еще, еще. Ядрись твою ты налево. Так, сейчас быстро все. Следуем, ребята, быстро. Судя по всему, экипаж погиб еще в воздухе. Вертолет падал без управления. Бортовому компьютеру повезло больше. Так, сейчас поглядим, что в нем полезного. Ага, карта местности с какими-то пометками. Пригодится. Есть сохранение, а теперь и валим далеко и далеко. Ты, блядь, еще нас вот есть, немножко оторвались. Сохранимся. Я даже ни одного выстрела не сделал. Так, карты. Так. Карты местности найти. Зарисовать. Так что локации, это тайники. Вообще еще ни одного нет. Вся история. Вот статистика. Битомутантов 9. Битосталкеров 36. Найдено артефактов. Немножечко. Что я хотел посмотреть? Есть ли у нас что-то в рюкзаке? Есть несколько, небольшое количество стволов. Мы их разрядим и это нахрен выбросим. Этот ствол, что там есть? Тоже разрядим и выбросим. Он, в принципе, у нас уже такой есть один. Вот. У нас тоже. Откуда у нас палит? Так, я его не вижу на радаре. Ну что ж, возвращаемся на... зайдем там, давайте зайдем и возвращаемся, соответственно, карты местности найти заинтересованный в бортовом компьютере вертолета СК-2 были карты местности между Затоном к Юпитеру, стоит найти того, кому эти карты смогут понадобиться. Так, здесь я был, здесь есть инструменты, так, валим. Валим. Наши противники. Пока что сражаться я не хочу с ними. Не горю желанием прям вступить в бой. Так, здесь главное не упасть. Не упасть. Сосы засосут нас, или как их там? Не, здесь не кровососы, ребята, не кровососы, как-то их по-другому кличут. Вот, немножечко упал. Ай, бежи. Вот, из жизни
потихонечку восстанавливается. Смотрите, я даже... Стопе, стопе, ребята. Опа, найден тайничок. Так, где наш кораблик? Вот он. Если это он. Давайте активируем. Супер. Бег. Так. Сейчас отдадим карты одному пацанчику. И, в принципе, это все, что есть. Ну, те задания, которые я нашел на этой локации. Скорее всего, вскоре новая часть будет на новом части острова. Или, ну, не острова, или здесь они идут по локациям, скажем, вот, можно сказать так. Дальше и на следующих локациях будет. Вот нас даже на карте желтым таким. Мужик, здесь места тихие, так что не шуми и прячь ствол. Выделено. Спрячь пушку. Спрятал пушку. Вообще, где этот микрофон, что он вещает нам? И думаю, господи, хорошо. Здравствуй, сталкер. Вот, лоцман. Ну, слушай, удачи тебе. Но... Есть работка. Так, есть кое-что. Несколько сталкеров видели ночью светящиеся на свечение на земной снаряде. Странное такое. Даже для здешних мест. Сходи, проверь. Проверим. Так. Будет чего интересного, лечение, заходи. Лечение, ребята, у нас есть бесплатный лекарь. Только не сейчас. Почему бы не использовать? Воспользоваться его. Да, прощай. Его, как там сказать, услугами. Скажем так. Долго я думал, чтобы это сказать. Я бы так. Бля, не хочешь говорить. Это не ко мне. Со старшим говори. Да у вас здесь все, блядь, старшие. Купи ствол, а? Не хочешь. Дай, как хочешь. Да чё ты топчешь? Вот, продать. Блять, забирай нахрен. Дай мне папки. Давай, что давай, не задерживайся. Я вообще не знаю, есть ли время еще на выполнение. Да, блин, напали, задания. Побили, деньги Хотим отобрать. Ли? Ты их запомнил хоть? А чё её запоминать? Если... Жену-то. Так, странное явление, найди источник свечения на СМ-снаряде. Ну ладно, давайте... Я успею к ночи. Ночь вообще... Уже. 8 уже. Не знаю, хватит ли у меня еще времени записать эту часть миссии, потому что жрет память на Винчестере просто ужасно, как жрет. И, блин, лаги пошли, и, блин, не могу долго играть. Ну хоть хорошо, что не так далеко бежать нужно. Здесь водичка какая у нас. Радиация, нет? Нет, хорошо. Сейчас выполним это задание. Получим, может быть, хоть небольшое количество денег. Так, а, блин, а здесь артефакт, он, ребята, единственный в своем роде или... как там получается, и что, короче, ни у кого ребят, ну, ребята, артефакта вообще нет, и нам сейчас или нужно будет сражаться. Вот, блять, попал нахрен.
Вот, блин, упал. Сейчас придется лезть. Давай пролезай, сучка ты такая. Во. Здесь наверх. И... Так. Сейчас нам идти бородели, как его там. Я здесь сохранюсь еще раз. Сейчас, может, придется вступить в бой. Опа-на! Братишка, слушай, тут артефакт есть целебный. Мне позарез, но нужен. Друг загибает от страшной болезни, лекарства не помогают. Я артефакт с первого раза достать не смог. В газировку вляпался. Ты его не видел часом? Так, что же нам сказать? Если это так важно, держите, типа, и отдать этому уебищу. Есть такой... Мне... Так есть такой, тебе самому пригодится и... Нет, не видал. Чеши, чеши! Еще отольется тебе за такое с товарищем обращение. Ох, и вот засада. Сейчас, ой, будет проблема, сейчас нужно будет склеивать куски видео. Это будет немножко напряжно. Ну, в принципе, все будет окей, просто все, что может случиться, это... Давайте посмотрим, что у нас здесь. Нужно выпасть. Да нахрен отсюда. Же там что-то, боже, постоянно ищу эту кнопку, где она находится. Оп. Это чё? Стреляем хотя бы от души.
Короче, у меня лаги. Лаги, меня на синие. Где ты? Нахрен. Ну, сейчас перейдем сразу же. Ну, привет! Жжешь. Ну... Да... Не, стой, стоять. А что этот артефакт вообще дает? Радиация плюс 6. Нахрен он мне нужен? Хорошо. И тайничок координаты. Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Да чё ты топчешь? Так, ну вот торговля. Что тебе можно будет продать? Ствол. Вот два ствола, вообще отлично. Забирай. Так этот... Вот, а такой дробовичок у нас есть или иди, нет? Иди, нечего тебе тут делать. Ящички. Да, есть и в более лучшем качестве. Ну, можно, конечно, отремонтировать любой, но не будем пока заморачиваться на... Что там? Мне нужна медицинская помощь. Да-да, прощай. Не медицинская помощь. Придется хавать. Что мы здесь можем оставить? У нас три штуки. Штуки АК-74, поэтому нахрен продаем хотя бы один продаем и что же мы будем делать? Заданий нет здесь никого. Я привет, брат, всех. Ну, привет. Здравствуй. Так, идем до лоцмана. Так, понадобится помощь проводника. Так. Сколько будет стоить переход до станции Ян? У меня есть карта. Вот такое, знает кто? Затоном, один сталкер говорит другому. Юпитер, а я с собой в поход всегда фотографию тёщи брал. Достаточно детально. Ну как в нашем же? Деле холод, грязи, аномалии, мутанты. А я привет, брат. А, судя по картам, между Скадовском и Яновым есть так. Безопасный маршрут. Напрямик. Пожалуй, я скупирую их себе на КПК, если ты не против. Теперь я могу предложить тебе хорошую скидку. Ну что ж, соглашаемся, и сколько будет переход с твоими картами? Всего лишь за 1000. Я соглашаюсь, так как... Все, пришли. Это станция Янов. Единственное безопасное место в окрестностях Юпитера. Здесь тебя и оставляю. Буду нужен? Ищи возле бара. Здравствуй! Так ты здесь впервой? Я вот тоже недавно пришел. Азот меня зовут, будем знакомы. Я в технике разной копаюсь. Что хочешь, отремонтирую. Правда, с инструментами у меня пока туговато. Так если что под руку подвернется, тащи сюда сразу. А понадобится техническая помощь, так буду рад тебя видеть на нашей, на Долговской половине. Так, ребята, был у меня вот черный экран, и я думал, что... Хотя, что я думал, игра в натуре заглюкала. Ну, привет! Полным ходом. И замесь таблички, где мало быть загрузка, у меня... Просто навсего был черный экран. Я вышел с игры, зашел заново и
что же было? Попутного ветра. Был автосейф и... Лука! Он... Покедова! Расскажу, как надо контролёром болеть. Так, Нахоботил я-то недавно кучку артефактов. Ну и решил их скинуть, позвонки расслабить. У меня как грец и всё есть. Ничего. А там... Ёшкин кот! Контролёр тусит! И сваливать не собирается. Вот морока на ровном месте. Контролёр не контролёр. А хабар-то забрать надо? И сразу как-то прозреваю. Если, думаю, закроюсь какой-нибудь железной байдой, на все эти его понты мне станет насрать. Ну и знать, что делаю. Контролёр я! А какого молчал, сволочь? Так я ж не мой! И вот пока у меня выпас, пока пробовал за мозги ехать, пока кумекал, что ж это я такой невнушаемый? Я уж поближе подошел. Что скажешь, брат? И пролобой моему в башку-то и ввалил. И живучий же гад попался. Только я решетку отбросил, он мне по мозгам как даст. Да только я его прикладом сразу утихомирил. Эх, вот если б всегда такая пруха была. Если прикинуть. Ну рассказывай, я весь внимание. Ну вы как дети. Ага, это медицинская помощь. Будь здоров. В общем, выкладывай. Так. В общем, ну, разговаривают сталкер и Шульга, долговский командир. Шульга так, ну что, парень, хочешь у нас служить? Да защищай! Шульга с такого, конечно, офигевает. Помолчал, собрал мозги в кучу, и как зовет, ты что, идиот? Сталкер подумал. Так. Это что, обязательное условие, да? Короче. Взяли какое-то задание в оно, я не читал, потом прочитаю. Не хочу сейчас время как бы тратить. Что у нас здесь есть? Привет, брат! Так, есть подвал, вот мы, давайте сохранимся. Как дела хоть? На этом будет, вот, скажем так, все. В следующей части уже выполним несколько заданий, я возьму. Думаю, будет довольно интересно. Так вот, и гранаты заберем. Ну что ж, ребята, всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх и смотрите мои новые видео прохождения.